25 января в 18:00 на катке городского парка «Скидские пруды» начнется карнавальный день студента. Организаторы обещают, что будет так жарко, что лед обязательно растает. Всех пришедших в этот вечер на «Скидские пруды» ждут конкурсы и интересные призы. А самое главное – дискотека на льду, но не простая, а карнавальная. Поэтому хоть и строгого дресс-кода на мероприятии нет, однако всех просят взять с собой хотя бы маски. Поскольку в этом году День студента выпадает на пятницу, то и не грех отмечать праздник целых два дня. 26 января в субботу праздничное катание состоится на Малом Луче. Начнется веселье в 17:00 и пройдет под девизом «Все на каток, все за мечтой». Игры, лотерея, музыка и танцы на льду гарантированы. Вход для всех посетителей 26 января бесплатный, организуют действия спортшкола «Центр» и молодежный центр «Атмосфера».